Всем привет! Работает сегодня выпуск. Ну, вот так вот наставил света, звука, сканерочки, шманерочки, парики. Ну и в принципе так далее. Значит, чем столкнулся? Сейчас покажу. Столкнулся с такой бедой. Короче, такой вот у меня есть пультец 24-ходовый. Значит, столкнулся с такой бедой. Значит, в программировании написано заход в программирование 1568. Но, как показала практика, ни хрена на то не заходит. Заходит 1423. Вот так заходит программирование. 1423. Выход с программирования, стереть программу 1323. В принципе, так же самое, как и здесь. Долго колупался, не понимал, в чем дело. Потом распечатал другой мануальчик. И оказалась вот эта правильная вариация. Нажимаем брекет 1423. Поэтому, кто с таким столкнется, майте на УАЗе, фигня всякая бывает. Смотрим продолжение сегодняшнего вечера дальше. We'll be right back.